Вкладати гроші в Україну та українське будуть. Інвестори готові, щойно знизимо рівень корупції, переконаний гендиректор SCM Олег Попов. Зробити це, каже, можна, якщо зменшити вплив чиновників на бізнес. Для цього перевести співпрацю з формату закритих кабінетних домовленостей у прозорі цифрові. Тоді спокус домовлятися буде менше. Чем сильнее будет цифровизация в государстве, тем лучше будет. Ну, для этого надо еще, знаете, это же целая система, да, чтобы побороть эту вещь как, под названием коррупция. Вот это не просто там сказать пару лозунгов, да, и там показать пальцами на кого-то. Должен работать и внутренний аудит, и процессы быть прозрачными, правильно, и люди должны быть, знаете, как люди не должны хотеть украсть.